Северин, знаешь ли ты, что младенцы кричат с интонацией, которая похожа на то, с какой разговаривает мама? Ребенок слышит ее еще не появившись на свет. По глазам вижу, что не знаешь. А такие результаты получили ученые на основе анализа плача 60 младенцев. Да уж, насколько интересен мир и сколько в нем еще загадок. Знать все невозможно ни одному человеку, но быть в курсе самого необычного и интересного мы дадим шанс прямо сейчас. Фактов, раскрывающих самые неожиданные стороны этого мира. Прыщи замедляют старение. Британские исследования доказывают, что клетки людей, которые ранее страдали от акне, имеют встроенную защиту от старения. И впоследствии именно этот факт способствует тому, что в более старшем возрасте такие люди выглядят моложе своих лет. Фигура песочные часы говорит о высоком интеллекте. Исследование, проведенное при участии 16 тысяч женщин, доказало, что девушки с фигурой типа песочные часы могут похвастаться более высоким уровнем интеллекта. Это связано с тем, что при такой фигуре у женщин образуется большее количество омега-3 кислот, что способствует более активному развитию мозга и позволяет ему дольше не стареть. Борода грозит облысением. Чем сильнее у мужчины растет борода и чем дольше он ее не бреет, тем более вероятно, что позже он будет страдать от облысения, показывают исследования. Причина, по которой мужчины становятся лысыми, заключается в том, что отсутствие волос на голове помогает компенсировать жару, создаваемую в результате отращивания бороды. Таким образом, сохраняется оптимальный тепловой баланс тела. Тараканы могут искусать. В большинстве случаев тараканы не кусают людей, когда у них есть пища, но случается и такое. Их укусы могут вызвать раздражение и отек. У кошек есть компас. Клетки мозга кошек, как показали исследования, обладают чувствительностью к магнитному полю Земли и в связи с этим действуют как компасы, позволяющие им легко находить дорогу домой. Поэтому, где бы кошка ни оказалась, она практически всегда возвращается в родные стены. Патологическое придумывание шуток. Иногда при определенных повреждениях мозга у человека может появиться чрезмерная шутливость, которая является настоящим неврологическим заболеванием. В этом случае постоянное придумывание каламбуров является патологическим. В природе существует арбузный снег. В некоторых горах, например, в Калифорнии, на горном хребте Сьерра-Невада, летом можно встретить арбузный снег. Он розовый и напоминает арбуз по запаху и вкусу. Это объясняется тем, что в нем присутствуют определенные водоросли, которые содержат пигмент астаксантин красного цвета. Не более 22% людей могут шевелить ушами. Люди, которые умеют шевелить ушами, принадлежат к меньшинству. Всего 22% населения мира способны шевелить каждым ухом по отдельности, и 18% могут шевелить ими одновременно. Люди, которые постоянно жалуются, живут дольше. Существуют исследования, утверждающие, что люди, которые постоянно жалуются и недовольны жизнью в целом, живут дольше тех, кто действует наоборот. Это происходит потому, что первые таким образом эмоционально освобождаются от стресса и сразу после этого начинают испытывать меньший стресс или вообще не испытывают его. Поэтому в следующий раз, когда кто-то начнет со слезами на глазах рассказывать вам о своей несчастной жизни, можете смело делать то же самое в ответ. Сердца влюбленных бьются синхронно. Когда человек влюблен, его сердце бьется в том же ритме, что и сердце его партнера. Также во время исследования удалось выяснить, что девушки чаще мужчин неосознанно пытались продемонстрировать синхронность в ритме сердца и дыхания. Предполагается, что это происходит из-за того, что люди интуитивно развили привычку имитировать ритмы тела близких для укрепления связи.